Еще пара недель, и лебеди снова переедут на залив около театральной набережной. Как и где перезимовали пернатые, расскажет Юлия Важенина. Эти лебеди – любимое украшение Чебоксарского залива. Вот уже 14 лет пернатые радуют глаз жителей и гостей столицы Чувашии. Но, конечно, только летом. А вот зимуют птицы здесь, в парке Николаева. Четвертый год подряд пернатые переезжают на зиму в эти апартаменты. Теплые полы и прогулочная зона. Лебеди живут тут по программе «Все включено». И любой желающий всю зиму может приходить в парк и наблюдать за ними. Мы стараемся на зиму, естественно, рацион увеличить, кормежки, потому что залива все равно не выходят, несмотря на то, что мы как бы кормим, они все равно с залива приходят изрядно похудавшие. Все-таки большое расстояние, другая физическая нагрузка, и за зиму они у нас, в принципе, отъедаются. Смесь комбикормов, каша, витамины и отруби – таково меню пернатых. Всего в парке 10 лебедей, и каждому нужен свой подход. Каждая птица, наверное, как у человека свой характер. Вот вы уже успели познакомиться с черным лебедем, который абсолютно общительный, да, и он абсолютно идет к каждому человеку дружелюбный, хочет поздороваться, попросить что-нибудь, может быть, вкусненького, то белые лебеди, они держатся особняком в стае. Мы застали птиц в пору линьки. Сейчас они обновляют оперение, чтобы предстать перед гостями залива во всей красе. Скажешь что-нибудь? Уже в конце апреля сотрудники зооуголка начнут подготовительные работы для переезда лебедей в акваторию Чебоксарского залива. Их выход на большую воду планируется 1 мая. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.